Есть такая притча. В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один верующий, другой нет. Один спрашивает другого: а ты веришь в жизнь после родов? Верующий: конечно, всем понятно, что жизнь после родов существует. А здесь мы, чтобы стать сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом. Это все глупость. Никакой жизни после родов нет, говорит неверующий. Разве ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть? Верующий: ну, я не знаю всех деталей, но там будет больше света и радости, и мы будем, например, есть своим ртом. Это смешно. У нас есть своя пуповина, и она нас кормит. А оттуда еще никогда и никто не возвращался. Жизнь просто заканчивается родами. Верующий: нет, я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас. Маму? Спросил неверующий. Ты веришь в маму? И где же она находится? Да она везде, она вокруг нас. Благодаря ей мы живем, а без нее мы ничто. Неверующий младенец: полная чушь. Я не видел никакой мамы, поэтому очевидно, что ее просто нет. Нет, я не согласен. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет. И почувствовать, как она гладит наш мир. Я верю, что наша настоящая жизнь начнется лишь после родов. А ты?